Погода в декабре в Алтайском крае будет близкой к средним многолетним значениям. Лишь по югу региона будет холоднее. Предварительный прогноз на первый месяц зимы озвучили краевые синоптики. В первой декаде месяца ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Местами будет до 33 градусов мороза, днем от минус 3-8 и до минус 18 в отдельные дни. В конце второй декады температура воздуха повысится ночью до минус 10-15, днем до минус 1-6 градусов. В последние пятидневки вновь серьезно похолодает. Осадков будет около нормы, по северо-западу региона больше. Небольшой снег ожидается в большинстве дней месяца, во второй его половине местами с метелями.